Итак, друзья, я прибыл на станцию метро Микинина, чтобы показать вам, как отсюда дойти до зала Vegas City Hall. Иду я в выход номер 2. Поднимаюсь по лестнице. Передо мной вот такая вот история. Иду к выходу номер 2. Продолжаем движение. Итак, из метро вышли на улицу. Смотрите, вот сзади меня вот такая история. Где написано Vegas City Hall. Движемся по направлению направо. Собственно, туда мы и движемся вместе с вами. Вот сзади лестница, по которой спустился. Мы идем прямо, 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 прямо. С правой стороны будет баннер, где написано Vegas City Hall. В общем, идем пока прямо, никуда не сворачиваем. Следующая отсечка, видите, я спустился по этой лестнице и иду прямо, 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 прямо. Вот здесь написано Vegas City Hall. С правой стороны от меня ресторан, яхт-клуб. Движемся дальше. Никуда не сворачиваем пока. Друзья, ну и, собственно, мы дошли. Как вы понимаете, вот она прямая. Отсюда плохо видно, но лестница, метро. Буквально идти. Я шел 6 минут, но я записывал вам видео. Поэтому Vegas City Hall за моей спиной. Я вам показываю все, что здесь вокруг. Вот идет дождь. И далее Crocus City Mall. В общем, максимально просто и комфортно добраться сюда. Соответственно, 25 числа я буду здесь на совещании и покажу вам зал, покажу вам гримерки, покажу вам все, что нужно будет показать. 30 июня мы всех ждем здесь на концерте Александра Владимировича Бардина. Вот, друзья, как вы понимаете, все максимально просто, понятно, безопасно по возможности. Все, всех обнимаю, ваш Шапоч. Если вы вдруг захотите погулять перед концертом в торговом центре Vegas, то, друзья, везде есть вот такие указатели сзади, куда идти, что делать. Вот, Vegas City Hall, заходим со второго этажа. То есть есть два варианта. Через улицу со второго этажа Vegas, торгового центра Vegas. Так что максимально просто, понятно, комфортно. Еще раз обнимаю, ваш Шапочка.